Ой, уже снимаете? Подождите. Один чай я уберу. Всем привет! Это опять я! Бла-б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 ла. И т.д. и т.п. Всем пока. Ладно, шучу, а вы ведь повелись? Ха! Хотя вряд ли повелись. Есть же полоска с длительностью видео. Ладно, сейчас я буду выполнять то, что вы мне просили. И начнем с наркоманской вкусняшки. Короче, сними, как ты стреляешь со спутника с планеты Марс по лягушкам Парижа, сделанных из пончиков. Вам тут пришло задание. Нужно немного пострелять в лягушек. Хьюстон, вы не ошиблись? Ладно. Так, запускаем залп. Так, чё тут? Я забыл чё. А, блин, не туда нажал. О, ща. Нужна какая-то фигня в лесе. Вы нифига... Ё-моё, полетело! Скажи, что я секси. Спасибо. Сори за такое сложное задание. Надеюсь, ты выполнишь. Нет. Выпусти Half-Life 3. Ладно, Half-Life, хватит там сидеть. Я тебя выпускаю. Чё, правда? Да, выходи. Ура! Сними видео. Все взрывается! Ну, можно считать, я уже это выполнил. Короче! Сними видео! Как ты? Короче! Делаешь? Короче! Ну, короче! Не понял? Корови! Короче, я расскажу. Берешь такой спайс, короче, высыпаешь на стол, короче, сверзаешь бумажку в трубочку, короче. Ой, нет, не то. Ой, все, что-то ты меня вообще запутал, пошли дальше. С ума сойди. Мне кажется, что я уже давно с ума сошел. Как стать летсплейщиком? Я, конечно, не летсплейщик, но могу дать пару советов. Они состоят из 5 пунктов. Первый пункт. Приобрети себе самый дешевый ноутбук в магазине, чтобы игры лагали и просаживалась FPS. Ибо без этого все будет слишком просто. Второй пункт. Купи самый дешевый и шипящий микрофон. И главное, не забудь записать голос, где работает телевизор или ходят родители. Это только приукрасит звук. Третий пункт. Скачай некрякнутую версию Бандикама, чтобы сверху была надпись bandicam.com. Только так ты докажешь свою независимость. Четвертый пункт. Когда говоришь, часто заикайся, неправильно выговаривая слова, рассказывай всякий бред. И не забудь обязательно делать внезапные вскрикивания и другие звуки. Твои зрители ни в коем случае не должны уснуть. Пятый пункт. Никакого монтажа. Достаточно будет добавить 2-минутные шаблонные интро перед началом ролика. Это ведь так круто. Это все пункты. Дальше просто заливайте на YouTube и становитесь мега популярными. Дерзайте. Smoke weed every day.